Немножко комаров налетало, оказывается, они здесь тоже есть. Вот, палатка почти высохла. Где же я поставил палаточку? Вчера, помню, да, дождь меня застал. Я вот в этом. Как хорошо снаружи. Ух ты, там еще и река течет. Вы подумайте, как шикарно, какой волшебный вид, супер, очень-очень. Поворачиваемся. Трасса, поворот. Ночью кто-то катался. О, приезжают, все меня видят. Ничего страшного. Зато вот я сделал себе панорамные окна, вид на велосипед и гору. Классика жанра. Мост, река, значит, каньон. У нас закончился мой спуск, и вот начинается подъем. По столбам можно оценить, насколько он будет длинным. Река бурная и опять воняет канализацией. Но вот опять канализацией технической, не фекальной. Как будто бы стиральными порошками там, я не знаю, что вымывали. И пена такая же самая. Вот так выглядит загнанный велопутешественник. Фух! Ну, видно, мост где-то там. И вот это все я. Ехал. Приехал. И еще ехать и ехать. Фух. Ну ничего. Мы это сделаем, да? Да, ребят, да. И, кстати, спрашивают, худею ли я в путешествии. Естественно, вначале очень сильно худею, в любом, без разницы, холодное это путешествие или жаркое, вначале в любом случае я скидываю, организм переключается, но я специально и набираю на самом деле. Потому что знаю, что это стресс. В любом случае ты будешь скидывать и из-за физических упражнений, и из-за того, что это стресс психологический, но это все равно стресс. Вот. Сейчас покажу. Еду перед хотя бы отклонен, поэтому все шорты мокрые. Вот, рубашка у меня, а сзади, ну вот видите. Сейчас покажу. Берем рукав и... Так что я могу быть экспертом в вопросах похудения. Это поселок осталось 5 километров, но подъем просто нереальный. Седло пропитанное потом, видно такое стало. Вот. О, это мой след. Да, я вот здесь вот так вот сижу, потому что все, я уже ехать не могу. Все равно никого нету, можно поваляться. Я в этом путешествии еще на дороге так не валялся, но сейчас вот нету сил. Просто нету. Все, эта кепка не спасает, надо будет надевать панамку. Вы спросите, почему? А я отвечу. Смотрим на столб и на его тень. Ну как вам тень? Еще чуть-чуть она будет. Вот на столб и тень. Это, ребята, называется экватор. Все, солнце сверху жарит. Кепку как не повернешь, все равно что-то на тебе, да, загорает. Это же те же самые уши. Шею прячу сверху, прям чувствую, как брови пекут. Так что вот как выглядит экватор. И вот моя тень. Просто сверху солнце жарит, и все. Заехал в кафе, пообедал и разговорился с мужиком одним. Говорит, ты куда едешь, откуда? Ну, все такое. Говорит, к монументу едешь? Я такой, нет. Говорит, что за монумент? Говорит, там какой-то там центр земли, как-то так. Мира. Я думаю, о чем он разговаривает? Оказывается, здесь совсем рядышком находится что? Кто-то догадался, кто-то нет. Сейчас приеду, покажу. Линия экватора. Да, я уже где-то на ней. Билет $5. С велосипеда можно, надо с ним катиться, а не ехать.
и чувствую себя немножко дикарем. На самом деле я уже экватор в Африке пересекал. Проезжал знак, все дела. Чего я сейчас это делаю, сам поражаюсь, но уже чего-то вдруг надо. Значит, надо. Все, через парапет прошли, идем, ищем желтую линию экватора. Так, о, вижу белые всякие тут гринго-туристы. Вот та самая линия экватора. Так, а я что, еще и не пересекал? А, так нет, я уже пересек. На самом деле, я уже пересек. Я уже нахожусь в южном полушарии. Ну да, я нахожусь в южном полушарии. Северного заехал сегодня, даже не помню когда. Потому что я вот так вот заехал. Ну вот, раз, два. Сейчас я нахожусь на высоте 2483 метра над уровнем моря. Отлично. Нет, не буду я эту очередь выставить, чтобы наверху постоять, посмотреть. Я уже дроном летал. Скептик, да? Удивительная, да, вещь, эти аттракционы. Вот я действительно сегодня пересекал там где-то по селу линию экватора и ничего. Вот, а здесь ее нарисовали, обозначили, поставили памятник, и все, добро пожаловать, $5 и заходи. И вон сколько считаем, $5, 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
отеля, заезд, какие-то мне осталось тут чуть-чуть до гостиницы, я отмечаю такими сладенькими. Да и не только. Я сегодня больше 1500 метров набрал высоты за каких-то 50 километров. Я первую 1000 набрал за 15 километров. Это было нечто. Так что заслужил. Узкие тротуары – это вообще особенность Латинской Америки, которую я заметил. Думаю, что просто прилететь в Эквадор и походить по улицам Кита будет интересно. Походить в кафешках местных, поесть еду. Крутя педали и проезжая все похожее, конечно, мне здесь не так прям экзотично кажется, хотя тоже симпатично. Здесь прям ощущается, что это другой мир. Вы думаете, путешествие это романтично? Я здесь рискую каждую секунду. Такая штука мне по плечу ударила, было неприятно. Хотя бы так спрячемся, ёлки! А я вот прям предчувствовал, что, наверное, можно еще на денек остаться в этом хостеле. Но уже поздно, уже выехал, все. Веду супер опасный репортаж по рукам, выпить больно, но брат начал пропадать. Репортаж из Кита, столица Эквадора. Сегодня выпал вообще невиданное явление для Эквадора. Смотрим! Аляска, я от тебя уехал, ты меня все равно догоняешь. Вон он какой хороший! Хороший какой! Ай, больно лупит! Ай! О, здесь не лупит! О, круто! 7 градусов тепла показывает! Я думаю, что мне-то холодно в шортах стоять! Конечно, 7 градусов тепла! А в воду лучше даже не заходить! Я в пальцах там уже не чувствую! 7 градусов! Брат, ты с ума сошел! Поднялся чуть выше 3 километров над уровнем моря. Здесь вообще прям град выпал снегом. Вон какие-то внизу. Какие-то внизу остается огромный верху. Ола! Красотень! Вообще прям со снегом реально. Меня учили, что закаляться очень даже полезно. Пожалуйста. Пальцев уже не чувствую. Давай! Пропустил крещенское купание! Вот! Кита красивый, конечно, отсюда. Но он пониже, я думаю, там такого беспредела нету, как здесь.
буквально 300 метров разница. Ух ты, тут все крыши белые. Насколько они молодцы, эквадорцы. Ну, не только уже видел это такое. Грамотно делают дороги. Это, ну, именно хорошая трасса. Международная даже. Не между, ну, междугородняя, а международная. По три полосы в каждом направлении. Плюс обочина шикарная. Ну, и посредине как проспект сделан. И вот, например, там обвал произошел. Они одну полосу сделали повстречу. Но теперь очистили, уже и здесь пустили. И вот, что интересно, они вот иногда продумывают такие штуки, разрыв вот этого посредине острова, который идет на всю длину, чтобы потом можно делать было вот такие вот рокировки. Ну ведь грамотно, приехал полицейский, поставил мотоцикл, и все, вот там открыл на целую полосу. Те сразу знают, что все, одной полосы нету. И, пожалуйста, они все объезжают. Молодцы, прям вот можно ездить по миру и смотреть... Классные идеи разрешения трафика. Ну и опять возникает вопрос, где страна третьего мира. Что может быть прекраснее, чем просыпаться в 12 градусов тепла, тепла. Холодно, но 12 градусов это тепла. Это уже потеплело. В 6 утра было темно и холодно. Ай! Так, на солнышко надо постоять. Вот такое у меня романтичное место. О, на солнце хорошо. Так, надо вещи вчерашние просушить. Где они там? Ой, какие вы мокрые. О, боже. Так, велосипед сейчас сюда перегоним. Какие-то автобусы приехали учиться ездить, наверное. Ну, я вот как говорил, поставил резиночку. Прибил, чтобы палатка не заваливалась. Ну и спал себе сбоку. Хочу показать, что вот это небольшой поселочек, куда я заехал, они все плюс-минус одинаково оборудованы. Центральная площадь обязательно с парками. Глядя на карту, я сразу вижу, где центр. Он, во-первых, как правило, посредине. А во-вторых, обязательно парк и церковь. Вот. Ну и вот везде колониальная архитектура, к которой я уже привык, и поэтому, когда заехал я в Кито, я слишком много мне там ходить не надо было, я все это вижу вот везде. Но это поселочек покрупнее. В маленьких такая же история. И что интересно, я сейчас на высоте 3000 метров, и пальмы, и холодно. Ну вот видно, как люди одеты. Купил себе теплые носки за $1. Дороговато или нет, не знаю, но нормальные носки. Вот, теперь, если что, буду надевать. Правда, не в дождь, толку нету. Я бы уже их надел, может, уже надеть. Что-то их спрятал. Сейчас разберемся. Кажется, увидел первый хлам. Наконец-то. Пора бы уже. Buenas tardes. Чего смотришь так? Так, их, оказывается, не дают, а только на мясо выращивают. Чего смотришь на меня, будущий биток? Ну да, мы легких путей не ищем. Теперь песок, я толкаю велосипед. Тут участочек был более-менее нормальный. Там еще хуже был песок. Елочки. Ну, вроде бы еще 3 километра до поселка. Я надеюсь, что не вся дорога будет такая. Доброе холодное утро, елки-палки. Все мокрое, потому что влага. Сейчас посмотрим вообще, что происходит. 7:25. 7:30. Температура в палатке 8 градусов. Это в палатке. Там градусов 5, там вообще холодрыга. Ух ты, вот это я попал. Да, он тоже. Что, вылазить собираться? Вообще не хочется.
по сельской местности здесь, в Латинской Америке, но я это видел в Колумбии, понимаю, что здесь точно так, ездит машина молокосборочная, ну, как и у нас. И в чем прелесть? Вон, видно, стоит желтая канистра с красным ведром. И здесь такая же самая история. Люди просто оставляют канистры с этим, с молоком. Те забирают, на карандаш пишут и потом рассчитываются с ними. Да-да. Ну, они забирают полное, оставляют пустые, чтобы завтра следующие забрать. Ну, я открывать, конечно, не буду, но вот... Слышно, да, с молоком? День перестал быть томным. Он и так был не томным. Вот у меня, не знаю, что за история, все мои швальбы на заднем колесе, видно, перегружены или что, лопаются по ободу. Шесть с половиной тысяч хватило. В прошлый раз хотя бы 11 проехало. А позапрошлый... Не, позапрошлый 11, прошлый 8. Короче, передняя хорошая. Будем бортироваться. Вот по поводу проведения. Не привидения, а проведения. Ехал, смотрю, церквушка. Даже не думал останавливаться, но внутри так красиво. Остановился, и вдруг смотрю на земле. Куча раздавленных жуков. Прям их куча тут. Прям куча здоровых, прямо с велосипеда. Вон даже одного. Иди сюда. О, ты живой. Ого. Вот это фантастика. Он кусается, наверное, но этой штукой. Нет, тебе не дам его. Их здесь много, они что-то любят к этой церкви, видно, подлетать. Может, еще живых найдем? Да, вон еще живой. Ого! Бабочку съешь. Заехал на высоту 3920 метров. Это высоко, это очень холодно. Это прям холодно. 8 градусов. Днем 8 градусов, ночью даже не представляешь, что здесь будет. Жаж даже лицо немело, руки, пальцы холодные, ноги холодные, уши холодные, сопли холодные, все холодное. Ну вот с таким видом я сплю. 3910 метров. Обратно прятаться. Ну вот эта тропинка. Дальше она, конечно, будет хуже. Вижу подъемы вверх-вниз. Цвет воды интересный. Все, начинаем двигаться. Теперь я понял, почему пацаны говорили, что опасно. Я все еще без связи, а это просто так записываю, чтобы было потом вам понятно, вы там, наверное, что-то переживаете, что и как. А я на самом деле вот где оказался. Как я сюда попал, я сам не понял. И вообще, зачем я сюда попал? Вот. Только что выбрался из этой балки кое-как. Там вон какой овраг. Вообще каньон прям. Хорошо, что я вообще 10 минут бегаю
Разведка 2 минуты еду. 10 минут разведка, потому что я хотел поехать по тому, но там такой обрыв, там все, просто конец, я уже пострел. Сейчас я хотел поехать вот по этому вспаханному. Но на самом деле там тоже обрыв, это вот как полуостров, он заканчивается обрывом. Поэтому мне лучше вот туда выходить и там по склону. Там как долго пройдусь, я не знаю, но я вижу вон там поселок. И оттуда ну по-любому будет дорога, так что мне туда добраться надо. Я ее сделал. Я даже босиком разулся, потому что... Ой, ногу пошлябал. Потому что в сандали все едет. Но хочу сказать, что эту поговорку придумали не зря. Что умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Серьезно, у меня есть смысл. Все. Сумки поднять и красота. Поспешил, уже дорога 4 километра, 4030 метров над уровнем моря. Стало заметно холоднее, 6 градусов. Вот, ну еще плюс я повернулся опять к ветру лицом. Руки вообще прям такие, вот как лицо. Вот тоже онемевшее, все еле двигается. Радует, что карта рисует, дальше у меня спуск. $12 отель. Тут у меня балкончик, но это утром надо будет снять. Зашли, кстати, пахнет здесь хорошо. Большая кровать. Дали мне чай с ромашки. Это как положено у них, что ли, там две конфетки, водичка, полотенце, туалет, мыло, душ, шкаф. Красота. Все, сегодня я отдыхаю. Чуть выше 3334. Во. Высота. Дорога что-то вниз спускаться все не хочет, хотя уже пора. Ламп почему-то стало меньше, стало больше вот таких деятелей. Что? Привет. Давай, иди сюда. Иди сюда, поздороваемся. Давай, молодец. Сюда. Хороший у вас лики, а? Маленький, вредненький. Да? Ушастый. Ну все, постригся. Теперь у нас почти сколько денег, и можно идти. Ванта деба? $1.5. Так что вот так вот нормально мы постриглись. Ну все равно сейчас буду какое-то время зарастать, так что нормально. $1.5. 20 минут. Вот это я понимаю, постригся. $1.5, не то, что было в этой, в Коста-Рике. 10 или сколько я там дал, больше даже. Дорого эти слова. Вот это крутой спуск. О-о-о-о! Да ладно! А шух! Они аж красные стали! Ого! Это впервые такое. Видно, да, пол даже красный. Места надо ходить без велосипеда и, наверное, без кошелька, без всего. Ну, как-то так, они там шныряют везде. Все меня обтрогали, пока я проходил там пару метров. Вот, а сейчас вот здесь вот прям присяду
Буду есть, любоваться на всех, а все на меня. Тут, во-первых, так никто не сидит, не ест. Это во-первых. А во-вторых, тут и белых больше нету. Так что вниманием обделен не буду. Ну, порция, согласитесь, очень крупная. За доллар. Я, наверное, сейчас, если мне понравится, я пойду еще, наверное, возьму с собой на вынос, завтра будет завтрак. Ну что, для своего будущего предприятия мне пришлось купить обувь. Такие вот ботинки стоят $35. Цены вот с железным носком $40 стоят. Я их померил. Вот эти. Тоже красивенькие, но максимальный размер 44. Мне вот чуть-чуть не хватило. Поэтому остановился на таких же самых, только тоже в другом цвете. Вообще, как кроссовки сидят. Фирма Экваторовская. Я спал. Это самый, конечно, волнительный момент. На футбольном поле. Ай, класс. Ладно, босиком походим. По росе, по дождю. Температура у нас сейчас, ну, так, 7 утра. Что-то я заспался. Высота 3,5. 9 градусов. Вот я приехал туда, куда я ехал. Город Риобамба. Агентство называется Ecuador Eco Adventure. Будем... Говорил, что сегодня приеду, поэтому сейчас посмотрим. Кошки, ботинки. Я думаю, уже начинает быть яснее, да, что я здесь забыл. На этой пустой дороге высадил автобус. Это тот самый вулкан Чимборасо. Здесь единственный вариант остановиться. Цену мне предварительно сказали $25. В сутки с человека, с обедом, с завтраком и с ужином, без обеда. А вот я приехал, еще им не сказал, что я знаю цены, они мне сразу 30. Я, ребят, я знаю, что 25. Ну, да. Ну и то пока неизвестно, есть ли места. Группа одного ушла где-то гулять. Они придут, и тогда, может быть, поселим. Все, покидаем это славное место. До завтра. Завтра утром здесь будет завтрак. Это все включено в стоимость тура. Вот. А сейчас мы на машинке едем в другое место. Там немножко акклиматизация. На километр вверх поднимемся. И ночуем, и оттуда будем стартовать. 4850 метров над уровнем моря. И уже началось. Я поехал в тропики путешествовать. Да. Тропическое путешествие, оно именно такое. Видимости, конечно, тоже никакой, зато урны есть. Есть разные агентства, которые организовывают восхождение на вулкан. Разная стоимость, разное количество дней. Считается, это вершина, которая можно, которую, на которую могут подниматься все подряд, без какой-то отдельной подготовки. Но единственное, что это горная болезнь. Поэтому сначала привозят на высоту 4000 метров, там, где я был уже. После этого вот уже сюда, на высоте... Так, стоимость. Разные стоимости есть, чуть дороже, чуть дешевле, но в моем случае, если ты один, то это стоит $400, все включено, с одеждой, со всем. Помимо этого,
Ну, сейчас я скажу, вот что 430. Если с группой, то по 280 человека. Можно написать им письмо. Пожалуйста, ребят, сделайте мне скидку. Они сделают на одного вместо 430 380. И еще вариант, если устраивают даты, можно подождать какую-то группу. Прям прямым текстом я так и написал: ребят, дайте мне сэкономьте денег, перепишите мне к какой-то группе. Ну, чтобы я шел в группе. Так будет дешевле, потому что ради одного меня гида гнать, поэтому такая цена. Ну вот они предложили, что можно 381 или ждать какие-то дни, чтобы была группа, идти с группой. С группой есть какие-то, наверное, свои нюансы. Так, что входит в стоимость? Вот специальные ботинки. Специальные. Вот такие вот, не детские. Я купил для этого дела, помню, да, за $35, но сказали, в этих ты можешь погулять до восхождения. Понятно. Кошки, без них тоже восхождения нет. Должно быть. Дальше. Дают штаны, подштанники, как бы. У меня джинсы есть, их дают, плюс, если нету, дают от дождя. Ну, это мои, у меня есть. Страховочная система, это, понятное дело, дали. Это ноги закрыть, чтобы снег не попадал. Дают кофты, если надо. Кофты, все, вот мне даже две кофты дали. Вот еще вторая, рубашка моя, и так как у меня тоже есть мой дождевик, и я свой беру. Дают перчатки, шлем, фонарик налобный мой, я беру свой. Если надо, спальный мешок как раз таки для этого помещения я взял свой. Вон он мой хороший какой. Вот. 4800 дышится уже по-другому, резко просто поднялись. Ну и вот такая вот, как эта штука правильно называется, я думаю, некоторые знают, некоторые нет. Я тоже еще не знаю. Я поднялся на высоту, карта показывает время, где время. 18.14 местно, 5017 метров над уровнем моря. Аппи, я пересек отметку 5 километров. Обалдеть. И хочу сказать, что, конечно, это радостно. Дышится тяжело. Ну как, разряженный воздух. Но потихоньку к нему привыкаешь. Я с местными разговаривал, они говорят, из-за того, что ты в Эквадоре. Эквадор, в принципе, меньше двух у меня еще не опускался, а так я 3.5 езжу, да, один раз даже на 4 заехал. Говорят, ты уже, в принципе, более-менее акклиматизировался, и тебе будет, ну, легче, чем если бы ты просто сюда прилетел и пошел бы. Вот так вот выглядит покоритель гор впервые. Ну, полностью уже оделся как мог. Посмотрим, что все получится у нас. Гид молодец, задает очень медленный темп. Вот мы еле-еле идем. 5255 метров, и мы пришли. Идти в группе, конечно, хорошо, как я говорил. Можно немножко сэкономить, но если кто-то идти дальше не может, то вся группа возвращается обратно. Честно, я и сам немножко начал уставать. Хорошо, что это не я был. Ну, значит, в другой раз поднимемся и повыше. Немножко, конечно, расстроенный. Я подумал, может, завтра еще пойти. Ну, посмотрим, дороговато просто. Так, сегодня дождик все подтаивает. Вот люди возвращаются с подъема. И что интересно, как оказывается, 2 дня это мало на восхождение. Они этим пользуются, набирают группы, и очень-очень много людей сходит. Очень прям много людей сходит. И потом, кто вот они там по второму, по третьему разу приезжают, здесь несколько дней сидят, сами гуляют, до туда, докуда мы вчера дошли, там до 5.5, спускаются, там дней 5 отдыхают, потом восхождение. Ну, говорить можно сейчас многое, но мне кажется, я бы вот тоже умер бы, но на характере бы поднялся.